Слушай, я пить хочу. Сил нет. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Все будет хорошо. Мы черт знает где. В горле пересохло. Полная жопа. Но все будет хорошо. Отвяжись, Айден. Что? Все нормально. Ничего страшного, Айден. Привет. Извините за вторжение. Я просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. Прошу. Ночи такие холодные. Мне некуда податься, и обещаю, утром я сразу уйду. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Я с базо, а куринао, тобоне, зарахе, один не. Вот и я, как на астад, бендако, дофкас, а до бендаго на дофто. Ладно, можешь переночевать. Входи. Как зовут? Джоди. Я Пол. Это мои дети Кори и Джей. Моя мать Шимасани. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. Мы будем ужинать. Присоединишься? Да. Да, спасибо.
нам мало кто заходит. Куда хоть направляешься? Да так, иду, куда глаза глядят. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. А вы ведь Наваха, да? Мэдина. Это значит народ. Так мы себя зовем. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Угу. Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. У вас тут довольно безлюдно. Тут жили наши предки. Я здесь родился и умру здесь. Я говорил сыновьям, поищите счастье в другом месте. Но они остались со мной и с бабушкой. Дорога жизнь. Запри дверь и не выходи до утра. Очень странная ферма. Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать.
бы ни случилось. Ты выспалась? Я велел тебя не будить. Спасибо, мне это было нужно. Будешь кофе? Ну, я пойду. Спасибо. У нас на ферме много работы. Можешь остаться на пару дней. Помочь немного.
Платить нечем, но у тебя будет еда и ночлег. Что скажешь? Да. Да, хорошо. Хорошо. Рабочая одежда у Кори. Переодевайся. Ну что, поработаем? Что надо сделать? Принеси овцам воды. Справишься с этим? Ну да. Зовут Джоди, и я немного поживу у вас пока. Надеюсь, вы не против. Как красиво. Вы сами связали? Что, ты останешься? Похоже на то. Клёво? В смысле, еще одна спасибо, пара рук. А? Притащи сено из сарая. Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Эй, Джоди, обед? Иду, сейчас только здесь закончу. Huh.
Положи где-нибудь. Спасибо, Джоди. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. А вы? Попозже. Я еще не закончил. Ладно, увидимся. Садись. Ага. А правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. А вокруг живут другие наваха? Раньше тут было полсотни ферм, а теперь только мы. А остальные испугались. Остальные решили податься в город. Пустыня не всем по нраву. А мертвые овцы? Что с ними случилось? Та буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Я видела трупы. У них кишки. Кишки торчали наружу. Это койоты. Тут их много. Ты всегда такая любопытная. Когда чего-то не понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Тебе ведь не понравится. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Извини, мне надо работать. Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Наверное. Ну, пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. Молодец, Джоди. Помочь, Кори? Да вроде нет. Может, там Джею надо помочь? Да, давай. Наверное, лет 40 или 50. Thank you.
Здорово. Пойду-ка к Джею. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. Можно попробовать? Имело дело с лошадьми? Нет. Ну, вперед. Его зовут Ашки. Привет, Ашки. Не бойся, я просто подойду, ладно? Тихо. Тихо, мальчик. Ножки. Не так уж и страшно, а? Признайся, я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден, хочешь покататься верхом? Отведи его в загон. Как это ты? У всех свои секреты. А я в тебе ошибся. Если хочешь помыться, душ за сараем. Девочки, вперед. Да, хорошо.
Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Ну, пора спать. Что происходит? Объясните, почему надо запирать дом? Иди в комнату, Джоди. И не выходи, что бы ни случилось. Помнишь, что стало с овцами? Не хочу, чтобы ты пострадала. Черт, да в чем дело, Пол? Что происходит? Иди в свою комнату. Ты тут не поможешь. Велел не выходить. Ты сейчас чуть не погибла. Что происходит? Что это такое? Я что тебе говорил? Сидела в комнате. Скажите мне правду. Вы должны сказать мне правду. Это яйцо. Хочет крови. Он жаждет только крови. Тут ничего не поделать. Нельзя драться с духом.
Духи здесь не живут. Он приходит за чем-то. Помнишь меня, Ашки? Мы ведь друзья. Ты не будешь против, если я сяду к тебе на спину, да? Как бы убедить его пойти вперед? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперед! Я! Я понимаю, это больная тема. Но мне нужно знать, что случилось ночью. Дух приходит каждую ночь? Иногда каждую. Иногда пропадает на месяцы. Но он всегда возвращается. А те призраки вокруг дома? Ты знаешь, кто это? Отец говорит, что наше племя всегда защищали пять духов. По ночам они отгоняют от нас яйца. Не знаю, верить ли, но яйца до сих пор не проник в дом. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Я просто пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Может, я просто бегу от самой себя? Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный секрет, да? Я... Я должна признаться. Я... Джей! Джей! Бекей де клеш! Оу, шизе! Тебе башяк, а... А и а, ши инде деш инс. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверю. И я могу туда сгонять? О, вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? О, он там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. Увидимся на ферме. Ладно. До встречи.
Форт Краун? И что я должна здесь сделать? Айден, что-нибудь видишь? Давай! Покажи! Существо перебило солдат в форте? Надо его найти. Thank you.
Вилла дьявола. Это место я уже видела. Этот без талисмана. Пятый талисман висел на шее младенца. Помоги, Айден. Покажи, что тут было. Слишком быстро мелькает. Ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Чего-то не хватает. Покажу талисманы Полу. Может, он что знает. Зря я пришла.
От меня одни несчастья. Дело за вами, Пол. На младенце. Мне дала его мать, а ей ее мать. Еще она дала мне это. Пятый талисман. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами! Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю, но сам обряд забыт много веков назад. Я видела этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет. Домом костер. Ты чего? Верня!
Я знаю, что надо бежать в дом! Буря уже идет! Мешай ей, Джей! Шимасани? Ты? Ты говоришь? Найди палку, Джоди! Найди, чем чертить знаки! Один бледнолицый не был на этой земле. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна.
кости ваших предков. Они должны покоиться вместе со своим народом. Ты решилась? Уезжаешь? У меня есть дела. Раньше я считала свой дар проклятием. Может, это не так? И он принесет пользу людям. Пора выяснить, кто я. Ты помогла нам, Джоди. Нам и всему, всему племени. Мы у тебя в долгу.
Если не найдешь, что искала, возвращайся. Здесь твой дом. Я буду скучать. Я тоже, Кори. Я тебя не забуду. Ашки будет тут грустить без тебя. Ну, мы с ним еще увидимся. Джоди! Ты что, пешком собралась идти? Ты с ним столько возилась. Бери, он твой. В знак благодарности. О, спасибо.